Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Ну, сегодня у меня очередная рубрика «Подсмотрелки», что покупают мои телезрители, мои подписчики. Сегодня я покажу вам вот это все, что на столе, да, вот этот пакет, вот это вот все Луис Спаньоли, вот это тоже Луис Спаньоли. И здесь, значит, идет Зара, и здесь идет Пьяцца Италия, и здесь идет Бенетон. То есть ОВС и Бенетон. Вот, вот это все для детей. Но здесь кое-что еще есть. Там пару вещей, пару одежды для заказчицы. Основное все для детей. Значит, мы потратили большое количество денег. Но, значит, мы купили качественную, красивую, модную одежду не за дорого. Я беру заказы разные. Но тоже смотрю, если, например, хотят взять одну вещь за 10 евро или там за 50. В общем, я тоже не вожусь, но если я смотрю, что заказ достаточно большой, то, конечно же, я берусь за этот заказ. Почему? Потому что, поймите меня правильно, что вот это все я купила за несколько дней. Соответственно, теряется время, теряется очень много времени. Вот. И поэтому я вот с таким вот, скажем так, ну, теряется очень много времени, и, соответственно, я смотрю на заказ, да, если это стоит того, то, конечно, я берусь, если нет, то я скажу, что нет. Но у меня еще такого не было, было, правда, пару людей, которые я отказалась, но там были просто заказы, значит, оптовые по 10 евро 20 штук, то есть там бы я теряла реально очень много времени, и, соответственно, чтобы я заработала. Это моя работа, поэтому я вот с таким мышлением, в смысле, в принципе, рассуждаю, да, как бы впустую просто так терять мое время я не буду. Так, давайте начнем мой обзор. Значит, начнем. Я вам показала вот этот пакет уже, да, здесь Луис Спаньоли, я уже вам показала. Вчера я здесь закупила еще кое-что Луис Спаньоли. Давайте это как вишенка на торте останется чуть позже, да. А сейчас я вам покажу всю одежду, которые я купила в Заре, Пьяцца Италия, в ОВС и в Бенетон. Давайте начнем с Зары. Кстати, хочу вам сказать, что изменения в Италии, да, очень так вот прям существенно ощущаются, да, по поводу гринпассов. Вот как только этот закон вышел, стали закрываться не только маленькие магазины, но и большой. У нас во Флоренции два больших было магазина Зара, один из них закрыли, просто закрыли. Такое просто, ну, невозможно поверить, потому что это такие магазины, да, большие, что, ну, на плаву держались, да, как бы, но сейчас просто-просто закрыли. И Пьяцца Италия тоже, сотрудников очень много стало там, мало стало, и, ну, буквально там, если на кассе стояло по три человека, и внутри тоже было достаточно, сейчас на кассе стоит один. Будет даже, если очередь прям из 50 человек, то все равно в кассе будет стоять один человек. Вот так. Сокращают, значит, людей. Ничего хорошего. Дорогие мои телезрители, а я продолжаю мою рубрику. Оставайтесь со мной, кто любит подсмотрелки. Так. Это... Сегодня я сразу говорю, обзор будет только именно вот, вот этого заказа. Все. Этот заказ пойдет только одному человеку. То есть тут посылка, я сразу говорю, 10 килограмм. Все. Давайте начнем. Вот это вот кокетка, такая юбка. Все я выбирала вместе с моей заказчицей. То есть мы были на WhatsApp, я все это показывала, сантиметром мерила. То есть это было вот так. Цены буду сразу вам озвучивать, чтобы вам было тоже понятно и интересно. Да, значит, 39 она стоила со скидкой 7,95. Все. Заострять я внимание так много не буду. Вот просто вы видите, да, вот такая моделька. Ребенку 14 лет. То есть я брала вот это в отделах, где для взрослых, но это XS-очка. И по размеру она подходит. Все. Давайте я вот это буду сразу откладывать в сторону. Так. И еще одна юбка. Сейчас я показываю. Не юбка, а шорт. Еще одни шорты. Сейчас я показываю только Зару. Вот так вот они интересно смотрятся. Это юбка-шорты.
Здесь, значит, завязывается на бантик очень красивым. Материал хорошего качества, хлопок. Вот такой интересный принт. Ну, она будет одевать их с футболочками, которые мы купили, которые я покажу вам чуть позже. То есть достаточно мы купили, одели ребенка, в принципе. Давайте сейчас посмотрим дальше. Так, это шортики. Так, тоже эсочка. 25,95. 50% 12,95. Кто-то скажет, ой, а что, Зары у них в их стране нету? Есть у нас в Узбекистане Зара. Эта посылка пойдет в Узбекистан, в Ташкент. Вот. И, конечно же, у нас есть. И это считается брендом, очень хорошим брендом. Молодежь там очень хорошо, и взрослые тоже закупаются. Но цены там подороже, и выбора не так много, как здесь, поверьте мне. У нас здесь Зара, значит, трехэтажная, да, значит, то есть 3-4 этажа и очень большой выбор. Поэтому, соответственно, еще и с такими скидками это очень-очень выгодно. Так, продолжаем. Посмотрите, очень много вещей, мне нужно по-быстренькому уложиться. Так, такие вот шорты лавандового цвета, тоже 25 они стоили, 50% 12,95. Тоже хлопок, принт приятный. Ну и для девочки, я так думаю, что очень даже ничего, да, и цена хорошая. Дорогие мои телезрители, я еще раз хочу сказать, что брендов в Италии очень много, да, очень много. Если вы вдруг хотите заказать что-то своему ребенку, да, помимо вот этих вот брендов есть много других. Если вы сами можете проинформироваться, я могу подсказать, поискать. Вот, если что-то вы хотите, например, более там подороже, пожалуйста, ну, какие-то бренды другие там, да, пожалуйста. Просто я как бы и советую свое, но, конечно, прислушиваюсь больше к моим покупателям, понимаете? Но я хочу сказать с моей стороны, что Zara, Piazza Italia, OVS и H&M и еще Benetton выпускает очень даже неплохие вещи. Да, продукция сделана не в Италии, но она сделана, например, где-то там в Албании, в Пакистане или где-то там, ну не знаю, Бангладеше, да, там, например. Но эти фабрики делают для Европы. Они делают, в принципе, неплохо. Они делают очень даже неплохие. Ну вы же видите, какая ткань, хлопок, да? Пошив тоже неплохой, да, и в принципе цены очень даже приемлемые. Вот далеко даже не будем уходить, вот это вот платье я купила в Заре, да, смотрите, какое оно красивое, девочка 14 лет, я думаю, что будет просто довольна. Смотрите, вот цена 29,95, это новая коллекция, здесь на нее скидки не было, пришлось взять вот по такой цене, но тем не менее, даже без скидки, цена очень хорошая. Пожалуйста, на вкус и цвет товарищи нет. Если вы хотите более дорогие, люксовые, есть брендовые одежда для детей, которую тоже на скидках можно купить. Это только по вашему заказу. Все, мои дорогие. А я показываю вам все то, что заказывают у меня мои подписчики. Мы продолжаем мою рубрику. Вот такое вот платье я уже вам показала. Оно очень интересное, да, красивое. Легкое такое. Кстати, хочу сказать, что в этот момент, когда я закупала вот это все, я тоже сделала около 10, а даже, может, больше, не знаю, тоже посылку своей семье в Ташкент. Я, конечно же, тоже по люксам не бегаю, потому что я вам сразу говорю, что я помогаю своему брату, я помогаю своей сестре, мамочке, там, да, приятное дело. Но я вот, что могу, я делаю это все от души. И для меня, да, главное, чтобы это было, было приятно к телу, хлопок, чтобы было все натуральненько, приемлемо по цене. Потому что видите, как денежки зарабатываются тяжело. Видите, как мне трудно все это делается, да? Поэтому я делаю приятное и сама тоже получаю от этого удовольствие. Потом я вам покажу, обязательно сделаю такой обзор, что я купила, что я отправлю моей семье в Ташкент. То есть посылочку. Покажу вам отдельно такую рубрику.
А вы напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть все то, что я купила для своей семьи. Очень много там всего интересного. И даже хочу сказать, что я где-то полгода назад, когда я делала бижутерию, я сделала на заказ всем моим девочкам там в Ташкенте бижутерию комплекты. И я им хотела привезти, но, видите, я не поеду, поэтому я положу это в посылку. И если вы хотите увидеть полностью обзор, все то, что я посылаю моим родным, напишите мне в комментариях. Посмотрите, какая футболочка красивая. Chip and Dale. Ну, во-первых, для детей это, ну, все равно Disney, это Disney, правильно? Ну и посмотрите, тоже качество очень хорошее. Это хлопок, очень нежное. Футболка спортивная, она должна быть так широкая. Она одевается с джинсами, шортами, с лосинами. Будет очень красиво. Написано 13-14 лет. Тоже 10,95 евро. Это совсем недорого. И она была не на скидках. Смотрите, вот как вот с задней стороны. Chip and Dale, видите, как танцует. И с передней я вам уже показала. Прикольная. И, ну и недорого. А мы продолжаем. И посмотрите, какие джинсики. Это тоже Zara. Сразу покажу вам цену. Буду стараться вам показать все и побыстрее. Так, 17,95. Это новая коллекция. Тоже. Это все одной девочке. 13-14 лет я брала размер. Очень мягкий джинс. Модные, красивые джинсики. Девочка выбирала сама. Еще одно платье, не менее красивое, очень-очень нежное. Тоже здесь лавандовый цвет и желтенький принт. Очень красиво. Посмотрите. Ну, разве не прелесть? Да, это Зарочка. Это задняя сторона, здесь и спинка немножко открыта. А с передней стороны прям точно такое же, только без вот этой вот дырочки. Так, я вам сейчас скажу, сколько она стоила. 29,95. Это новая коллекция, она была не на скидках. Но, тем не менее, цена, вы видите, да, отличная. Хлопок. Так, мы взяли вот такие вот лосинки. Тот, кто любит люкс, конечно, это будет неинтересно, потому что люди, которые любят только люксы, бренды такие там дорогие, конечно же, им будет это неинтересно. Но у меня рубрика «Подсмотрелка» все то, что заказывают у меня мои подписчики. Смотрите, вот эти вот лосины, тоже Zara и футболки. Футболочка была подобрана сюда именно под вот эти лосинки. Посмотрите. Лосинки, вот такая вот текстура, ткань. Тоже хороший материал, отличный. И футболочка, вот такая она, голубовато-серая. В принципе, она очень хорошо будет подходить вот к этим лосинам. То есть, если было бы здесь все оляпистое, это было бы уже не очень. А вот такой контраст, он будет делать образ замечательный. Так, лосины 14,95 без скидки. И 4,95 вот эта футболка. Хлопок, хлопок. Сейчас я покажу вам покупки из Зары. Три вещи. Но это было куплено именно маме этой девочки, которая купила у меня в Луизе Спаньоле много чего интересного. Здесь я уже вам все это показала. А это как вишенка на торте. Покажу вам в конце. Просто в Заре мы когда гуляли, естественно, моя заказчица, она в догоночку, скажем так, купила еще вот такие рубашки. Но почему бы и нет? Вот это лен, 100%. Значит, хорошая рубашечка лен. Красного цвета, рукав загинается. Вот так можно его и раскатать, и можно его засучить. То есть 25-95 евро стоит эта рубашка. Замечательно на каждый день с какими-нибудь брючками. Почему бы и нет? Еще одни брючки тоже этой же даме. Вот материал такой, знаете, вот похож на шелк, но, конечно же, это не шелк. Это либо вискоза, либо полиэстер. Я точно не могу сказать. Могу вам сказать, сейчас скажу. Это полиэстер и эластан.
Но тем не менее, он такой приятный, нежный, на лето, лавандового цвета. И стоил он сущие копейки, поэтому как бы вдогоночку мы их взяли. Так, 12,95, стоили они 30 евро. Хочу сказать, что когда я делала эту закупку, я одновременно, я всегда так делаю, если что-то, ну, нормальное, по хорошей цене, я всегда беру футболки себе для использования на каждый день, тоже и для дома, почему бы и нет. И также я брала для своей семьи, так как, еще раз повторяю, что я сейчас делаю посылку в Ташкент моей семье. Потом я вам все покажу, потому что очень много всего интересного мне надо будет вам показать. А вы, напоминаю, напишите мне, хотели бы увидеть вы мою посылочку, которую я собрала для моей семьи в Ташкент. Так, это футболка 5,95. Ну, согласитесь, цена очень хорошая, смешная. Потом хлопок. И, ну, мне нравится яркость, мне нравится. Конечно же, не на такие серьезные встречи, но для дома, например, да, это очень хорошо. Мне, например, лосинки, шортики, и вот дома ходить, это самое то. Ну и, конечно же, моя клиентка тоже взяла. Сейчас я покажу вам все то, что я купила в Piazza Italia. Это сейчас я буду вам показывать все для девочки 14 лет. Посмотрите. Всего лишь 10 евро. Вот такая вот туничка. Ну, знаете, я бы ее назвала не платьем, конечно, это туника, потому что она достаточно коротенькая, да. То есть девочка очень высокая, с длинными ножками. Это будет хорошо с лосинками, с какими-нибудь. Очень будет красиво. Лавандового цвета. И здесь еще вот так вот сделана цепочечка. И следующий идет тоже Piazza Italia. Посмотрите, какие футболки. Девчонка будет точно в ватпаде. Смотрите, 7 евро, 3 футболки. Это вот такая вот фламинго с очками. Тоже хлопок, хорошее качество. Вот такой вот принт здесь. Вторая футболочка. И третья без принта, желтенькая. То есть вот такая вот оферта. Очень хорошая была цена на 3 футболки. Конечно, мы взяли. Так, это тоже Piazza Italia. И вот такие вот лосинки укороченные. Вот с таким вот принтом. Очень интересным, красивым, вишенки. Я своей племяннице тоже взяла такие. Хлопок и немножко эластана. Смотрите, обратите внимание, вот такая вот футболка. Она была куплена тоже в Piazza Italia, но в отделе для взрослых. Это размер самый-самый маленький, эсочка. И он будет очень хорошо с этими лосинами. Цена тоже смешная-смешная, прям со скидочкой 2,50. Ну, вообще ни о чем. Лосины 4 евро. Так, следующие тоже идут такие вот брючки. Приятный материал, хлопок, ну, смешано с эластаном, потому что они немножко эластиковые. Вот такие вот классические, тоже на ребеночка, 14 лет. Здесь, значит, резиночка, и с этой стороны, ну, классические вот такие вот бежевые. По цене 19,95. Это тоже Piazza Italia. Кто не знает, что у нас в Италии Piazza Italia — это такой магазин типа Zara, OVS, H&M. Вот такой вот. Такой же магазин, только там другие модели. И тоже качество, в принципе, неплохое. И малобюджетная одежда. Знаете, малобюджетная, это так звучит некрасиво, да, но на самом деле хочу сказать, что вещи достойные. Достойные, просто это для тех людей, кто любит одеться красиво, хорошо и недорого. Так, следующие вот такие вот черные брючки, тоже Piazza Italia. Это черный джинс. И эта модель, она была, значит, зауженная и немного клёш. Видите, да? Сейчас это в тренде. И поэтому девочка тоже модненькая, 14 лет, выбрала сама. Она выбрала вот эти джинсы. И она выбрала синие джинсы, вот такие. Сразу я вам скажу по цене. Так, вот эти джинсы 17,95 черные, а синие 15 евро.
И они тоже зауженные. И внизу клеш. Очень хорошие джинсы. Вот так вот они выглядят. Еще одно платье. Тоже 7 евро, пьяцца Италия. Вот такое вот оно летнее, веселое. Укороченное. И посмотрите, как низ сделан. Интересненько, да? Это хлопок. Такой трикотажный. Эластичный. Приятный к телу, на ощупь тоже приятный. Так, это комбинезон с шортиками. Посмотрите. Тоже интересный принт. Это хлопок. Тоже хорошее качество. Вот на таких вот бретельках. Цена 7,95 евро. Тоже для ребенка 14 лет. На самом деле в Piazza Italia очень большой выбор, так же как и в Zara. Очень много разных лосин красивых. Это укороченные лосинки. Вот с таким вот принтом, ромашки, очень интересные. И потом по хорошей цене, вот 4 евро. То есть они стоили немного дороже. Вот скидка, вот такая вот цена. Футболок мы купили ей много, поэтому она будет одевать их и модничать каждый день. Это лосины я купила этой сеньоре, которая у меня купила в Луис Спаньоле много чего. Просто она хотела именно лосинки купить, чтобы они были хлопковые, такие трикотажные, тянущиеся, легкие. Ну, вот она мне попросила, я купила. Значит, вот это идет такой хлопок-трикотаж хорошего качества. Значит, черные и серые цветом. Значит, они по цене 4,95 евро. Сейчас я покажу вам то, что я купила в Benetton. Benetton это тоже это производство Италии. У них очень хорошая продукция. У нас во Флоренции есть Benetton для взрослых магазин. И напротив для детей. То есть мы зашли в детский отдел и купили там немного тоже для девочки. Так, значит, да, мы одели на скажем так, на лето девочку. Будет она довольная. Скоро получит она посылку. Я не знаю, когда этот ролик выйдет на самом деле. Может, она уже выйдет, она получит. Посмотрим. Значит, вот такие вот лосинки. Они тоже укорочены ниже колен. Вот, хлопок. И вот такая вот маечка. Посмотрите, какая как приятная. Так, значит, лосинки 5,95, а маечка 4,95. Вот такие цены в Benetton. То есть она стоила 9,95. 11,95 стоили лосины. И вот по такой цене я считаю, что очень хорошо вот так вот отовариваться. Еще раз повторяю, что те люди, которые привыкли одевать своих детей или себя в люксе, так, пожалуйста, никто же ничего не говорит. Можете позвонить и заказать мне все, что вы считаете, все, что вы знаете, я могу это приобрести. Ну вот, кто не может и не хочет так тратиться много, можно приобрести. Еще раз повторяю, что качественно, красиво и недорого. Вот в таких магазинах. Дальше. Значит, идет вот такая вот. Футболка с длинными рукавами черного цвета. Девочка выбрала ее сама. Она тоже хорошего качества. Хлопок, тоже эластик присутствует, то есть тянется. И вот такое вот сердце с крылышками Angels. Angels. По цене. Это тоже Benetton. Так, значит, 11,95. Это новая коллекция, она не на скидках. Вот такие вот брючки синего цвета. Это идет классика. Приятные на самом деле. Я не знаю, видно вам или нет. Камера иногда передает матовый цвет, но это такой темно-синий цвет. Очень красивые, благородные и легкие. По цене, я вам сказала, нет, 29,95. Это новая коллекция, она была не на скидках. А нет, нет, нет. Дорогие мои, 29,95, 10 евро они стоили. 67% на них было, и мы взяли вот 10 евро. Сейчас я покажу вам то, что я купила
В ОВС. ОВС это тоже такой большой магазин, где продают одежду мужскую, женскую и для детей. Тоже хорошего качества. Категория тоже Piazza Italia, ОВС, Zara, вот все они вот по одной категории. Но по ценовой политике я считаю, что Piazza Italia чуть-чуть дешевле, чем Zara. И примерно Zara и ОВС вот одинаковые цены. Давайте сейчас посмотрим, потому что тоже были хорошие скидки, и я там взяла пижамки. Вот эта пижама, она с длинными рукавами, вот такие вот штанишки, тоже хлопок, хорошего качества, знаете, такой не толстый, это, то есть не на зиму, а весна, ранняя осень, ну, осенью, да, вполне, но у кого тепло зимой, знаете, вполне можно и зимой такой. Кто-то не любит такие пижамы толстые, да? Вот я не люблю пижамы толстые. Вот это вот верх. Принт до такой степени мне понравился, что когда я покупала эти пижамы, я купила себе пижаму, моей маме, сестре и племяннице. Да, всем одинаковые, но вот мне больше всего этот принт понравился. И цена тоже была очень хорошая. 12 евро. И качество мне понравилось. Все, мы будем теперь вишенками. Так, я прошу прощения сразу за мятость, естественно, это все покупалось, это все в пакете, сейчас все будет раскладываться в посылку, поэтому так. Так, еще один комплект пижамки, посмотрите, это шортики, тоже нежнейший материал, качество обалденное, вот такой вот верх. Вот так рукав, очень приятный для девочки. Это самый маленький размер, это эсочка. Это отдел для взрослых, но тем не менее девочки худенькие тоже берут. То есть эсочка 14,95 стоит этот комплект, он был не на скидках. Это еще один комплект пижамки, тоже не менее красивый. Он, значит, больше здесь такой вот цвет розовый. Шортики, посмотрите, какой приятный. И футболочка. Так, по цене, значит, 14,95. И как я вам сказала, что вишенка на торте. Это значит Луиза Спаньоли. Это товар, и как я вам сказала, все пойдет в одну посылочку одним людям. Сейчас я вам открою, покажу, что тут. Когда я делала закупку основную Луизы Спаньоли, мы присмотрели, конечно, вот эти вот брючки. Брючки и одну футболку, которую мы, в принципе, не взяли, мы взяли кое-что другое. И моя заказчица, она подумала, она купила всю девочке своей, да, потом. А потом уже то, что у нее осталось, она все-таки ж мы вернулись и взяли вот эти брючки изо льна. И сейчас я вам покажу, что мы тут взяли. Значит, смотрите, стол у меня не так большой, но тем не менее можно разглядеть. Это 100% лен, Луиза Спаньоли, хорошее качество, все это модно, красиво. И потом это люкс, и с такими скидками, конечно, нужно брать. Так, сейчас я вам скажу. Вот смотрите, у меня тут чек есть, значит, написано, значит, панталоны, это брючки, 136 евро, это уже скидочная цена, там, и еще была экстра немного скидка для этой клиентки, 13,60 евро минус еще, и получается 122,40, если я не ошибаюсь, потому что обычно я показываю бирочки здесь, но они оторвали бирки с ценами, и поэтому мне приходится смотреть на чек. В общем, вот эти четыре вещи, вот кардиган, кофточка, шелковая блуза и вот эти брючки, мы оплатили 444 евро. Все. Все, надеюсь, я вам объяснила. Такие брючки прямые, широкие, удобные, красиво очень смотрятся и удобно. Серый цвет. Значит, вот такой идет топик. Тоже бежевого, белого цвета, прошу прощения. Очень он красивый. Мы все подобрали в одну капсулу. Почему? Потому что можно комбинировать вот эти льняные брючки с этим топиком. И наверх я сейчас еще покажу вам кардиган. А также можно одевать вот эти брючки с этой шелковой
туникой. Так, это топ, если я не ошибаюсь, у меня вот тут все расписано. 98 евро уже он со скидкой стоил. Там скидка очень была хорошая, то есть почти там. Ну, я вот сейчас не могу вам сказать, у меня вот бирки оторваны, еще раз повторяю. И еще экстра сверху скидка была 9 евро 80 чентезами минус. Все. Так, следующий идет вот такой вот кардиган. Он точно такого же качества, тот же самый материал, что вот этот топ. То есть это был прям, подбирался специальный комплект. Мы вместе взяли, просто разъединять это нельзя. Это очень красиво сочетается. Единственное, что можно было выбрать цвет другой, но тем не менее мы выбрали беленький, и он хорошо подошел. Так, этот кардиган тоже со скидкой уже стоил так, 177 евро. Вот, и минус экстра скидка была 17,70. Все. Вот такой красивый кардиган, который не очень длинный, не короткий, то есть немножко поясок он прикрывает снизу. И вот такой красивый и элегантный. Размер эмочку мы брали. Вот такой материал, текстура. Очень красивый. Смотрелся он очень хорошо. Так, и дальше я прерываться не буду. Сразу покажу вам вот эту тунику. Эта туника 100% шелк. Очень красиво смотрелась. Она смотрелась и с брючками красиво. Она смотрелась даже вот эту блузу и кардиган наверх. Тоже сочетание было прекрасное. Она очень такая летящая, нежная, легкая, приятная. Так, бирки нет. И туника, значит, со скидкой обошлась, вот сейчас я скажу вам, 83 евро и минус экстра скидка 8,30 еще. Это очень хорошая цена, почти там 60 чем-то евро, я не знаю, по-моему, вот так. Очень красиво. И вот смотрите, вот эти вот брючки, да, то есть это была вот прям капсула создана, и мы взяли все по заказу моей подписчицы. Надирочка, спасибо вам большое за то, что вы обратились ко мне, за то, что мы поработали. Я очень счастлива, что я с вами познакомилась. До скорой встречи и пока-пока. Дорогие мои телезрители, на этом мой показ завершается, и увидимся с вами в следующий раз. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. С вами была Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Все, пока-пока. Вот этот костюм сиреневый, обалденно красивый. Сейчас мы его упакуем, и посылка практически готова. Отправка. Очень красиво. Даже вот это вот топик, да, вот к этим брюкам был очень красивый. Но мы взяли все равно вот так.